Здравствуйте. Вы, наверное, смотрите, что нажали на ссылочку. И вот вам видео. Все, что там нарисовано у меня, что, например, сделать флешки, жесткие диски, там все остальное, это, ну, только Искитимский район. Это как бы Искитим, Ленёво, Черепаново, свои там есть. Есть Ложок, ну и, естественно, Шевкова. Вот. Можно, в принципе, и удаленным способом поработать то же самое. Но это уже, как бы, особо говоря, уже по звонкам, по соцсетям, ну и все остальное. Там телефон у меня есть, можете позвонить и все вопросы решить. Вот. Что там, например, нарисовано? Нарисовано. Вот вы купили жесткий диск, например, да? Ну, вы уже не знаете, сколько он проработает. Посмотрите, можно посмотреть коллектора. Если коллектора забиты все, можно вернуть то же самое. Флешку. Если флешка, она, вы начинаете ее загружать, а у них всего там 7 дней у вас, 14 дней есть. Если флешка тяжело загружается, или она USB 2 или USB 3, то разницы нету. Если тяжело загружается, можно коллектора проверить. Если она убитая, то же самое можно, деньги не тратить, пойти поменять просто-напросто. На обмены не пойдут, а деньги они вернуть не будут, не ворачивать. Также я могу, например, если стерли в жестком диске или на флешке, можно какую-то информацию достать. Это проблем нету. Если у вас, например, система слетела Windows 7 или Windows 10, ну Windows 7 уже, как правило, все отказываться будут, так что обновления не будет, она будет идти как болванка, будет болванка, так и останется без всяких обновлений. Но они, в принципе, они вам дома и не нужны, это вам не предприятие. Вот, то же самое. Могу достать то же самое, как слетела система, могу еще что-то сделать. Какой-то фотошопик сделать, какое-то видео могу слепить вам, как-то праздничек сделать, зайдите ко мне или там в соцсети, посмотрите. Там много интересного, фотошопики можно сделать, там, ну, в какой-то город перенестись можно смело, с вашим желанием, какой-то на день рождения, например, или свадьба какая-то, можно сделать видик. Видео сделали, меня отослали или на почту вам, я его собрал, сделал кое-какие спецэффектики, какие-какие, как бы я вам показал по видео, без скачки, без разрешения скачивания. Вы посмотрели, вам понравилось, вы мне заплатили, ну и все, до свидания, разбежались. То же самое Windows 10 в любое время, последнюю версию 19 года, сейчас будет 20 февраля выйдет, я его 20-го, наверное, скачаю, может быстрее, скорее всего, может через неделю 2-3. Она уже вышла, ну пусть она еще маленько побольше подтвердеет и побудет. Естественно, могу домой приехать вам установить ее в голом виде, можно и с ключами, и без ключей. С ключами я могу поставить только при лицам, не физическим лицам только, а юридическим лицам только без ключей. Ключи вы покупаете сами, естественно. Через Microsoft могу вам поставить от 4000 до 30000, любая система, она будет обновляться только через Windows само, через Office. Через онлайн можно происходить. Также могу офис поставить вам 19-й год, пока миссия он есть у меня. Он, правда, и есть. Ну, все, что связано с Windows 10, добро пожаловать. Можете звонить, не стесняться, вопросы задавать. Прошить какой-либо телефон можно, в принципе. Ну, это уже индивидуальная работа. Та же, как компьютер, индивидуальная работа. Еще раз говорю, визиточки можно, могу сделать, также календарички, календарки сделать, также могу бэджики и все с фотографиями, фамилиями, отчество, фотографии, фамилиями, отчество, фотографии, вы просто идете
про свою соц. Печать или куда-нибудь печатают, отпечатываете, вам нарезают и все делают. Я вам только предлагаю услуги в цифровом виде. Вот. Также я могу сделать вам удаленно, если вы дома не хотите, чтобы я приезжал. Также можете себе программу поставить, я себе поставлю программу, обменяемся ключиками по телефону или по WhatsApp. Я вам десяточку обновляю, если она у вас 15 года, есть такие программы, чтобы обновить просто-напросто без проблем. Потом, что можно, я со своего сайта также могу сделать, также скачивать программу с этого своего сайта и к вам устанавливать. Они у меня без всяких усилий. Также могу удаленно вам поставить антивирус. С антивирусом я только занимаюсь только одним. Касперский. Только одним, только им. Естественно, физическим лицам я поставлю по цене, подоговоримся, как все остальное. Ну, в основном я ставлю бесплатно. А юридические лица, они должны как бы покупать, ну, же это лицензия, и им работать постоянно в онлайне. Ну, в принципе, и все. Звоните, пишите, не стесняйтесь. Консультация для купить, например, ноутбук или компьютер бесплатно по телефону и по WhatsApp тоже бесплатно. Консультация любой, которую надо, или апгрейд сделать, какую купить, потому что они в принципе в магазинах сами не знают, что продают, суют, что попало, лишь бы продать. Ну, кто-то можете не стесняться, звоните. Ну, в принципе, всем пока, до свидания, жду ваших заказов, а моя простая работа будет. Всем пока, до свидания.